Так, ребята, всем привет. В работе у нас вот такая вот магнитолка, модель 29BT, блютусная. Короче, магнитолка со слетевшей прошивкой. Думаю, возможно, кому-то и пригодится данный ролик. Ссылки по дампику скидываю либо на сайт, на форум, либо пишите в личку. Тут, ну, простецкий дампик. Кому нужно, обращайтесь. Отправлю за пирожок и кофе. Так, что нам нужно сделать? Значит, выпаяли микросхемку, вложили ее в программатор. Микросхема у нас находится вот здесь. Переходим непосредственно к программке. Давайте сюда. Фоточки я уже сохранил с данной магнитолы. То есть, если что, в архиве будет схема, прошивка и фотографии платы. Что нам нужно сделать? 25Q80DV микросхема. Выбираем. Во-первых, сохраняем то, что есть. Кидаем куда-нибудь на рабочий стол. Вот, теперь открываем то, что нам нужно записать. Так, Pioneer Bluetooth файлик и записываем. Шьется все достаточно быстро, обычная 25-я микросхемка. Так, тут все. Снимаем ее с колодочки и запаиваем в корпус. Так, дунем сейчас феном и чуть-чуть потом пропаяю паяльником. Воздух стоит на фене большой. Это я не снимал после... Не убрал воздух после снятия. Обычно пропаиваю после фена паяльником. На Яндекс я там закрепляю, если ссылки, они почему-то быстро, ну, исчезают. Я Яндекс не оплачиваю. Как бы, блин, эти архивы всех с хранилищами, всех не оплатить. Поэтому, если ссылка на Яндексе будет неактивная, можете просто смело написать в личку. Только пишите сразу по делу, то есть такая-то магнитола, привет, скинь там архивчик, ой, прошивку и так далее. А не так вот, привет, и там ждете там полчаса ответа, пока я там не отвечу. То есть я посмотрел, что слово привет, ну и привет, и привет. То есть пишите сразу по делу, не тратьте время. Так, все, пробуем включать. Так, питание у нас подано. Подано, все, поехали. В дежурке 25 миллиампер, после чего сама вот автоматом подзагружается. Все, менюшка появилась. Магнитолка стартанула. Ну, далее уже, если кому нужно, можете зайти на официальный сайт и обновиться через флешку официальной прошивкой. Там инструкции, в принципе, есть. То есть через дампик это на случай, если у вас она мертвая и через флешку не шьется. Так, останется только собрать. И, в принципе, все. На этом со всеми прощаюсь. Ссылочка в архиве пока будет, наверное, около месяца точно активная.
А потом уже сайты ветвенные, пока место ее не заблочат. На этом с вами прощаюсь. Всем пока, удачи в работе.